Мало. Давайте еще если одно дерево найдем, чтобы полностью еще золотом засадим, пускай оно будет не полностью про это. Не полное, но просто золото нам понадобится. Ну фиг с ним, одно будет неполное дерево. И одно оставим еще дерево про запас. Давайте еще золотом одно нарисуем, чтобы точно было 100 золота. Все, ну не будем. 44 это мало, чтобы рисовать. Лучше оставим про запас. Сиренью не будем рисовать. Все, остальным тоже не будем рисовать. Лазури может был, конечно, 44 лазури у меня. Но нет. Можно лазури, но нет. Зайдем сюда. Ха, чтобы перегонял себя потихоньку. Так, сирень. Сирень тут залита. Переваривается. Пурпур переваривается. Серебро. А серебро можно уже на переварку тоже запихивать. Сейчас будет много всего. Так, вот так вот сделаем. Фу, ну главное, чтобы сад идеально мы его засадили. Главное, чтобы сейчас конец цикла. Нам не сказали, что раз конец цикла, то все. И одно дерево про запас. Ну, оставляем его про запас. Не буду ничем его сажать. Все шикарно. Сейчас посмотрим 20-й цикл, что он нам скажет. Автосейв. Отлично. Что-то там бабка он зародилась. Ладно. Ну давайте. Все, отлично. Все шикарно. Они зацвели. Смотрите, какая красотень. Что это за промежуток? Дух? Кто такой спящий? О, хороший вопрос. Ты задумывался об этом? Да, блин, очень задумывался. Они говорят, это рай. Я не прав. Другие говорят, это человек. Правы и эти. Я открою тебе истину. Промежуток — это предел. Жизнь состоит из пределов. Их много, и они связаны в вертикаль. Потому что душа движется только по вертикали, вверх или вниз. На месте стоять невозможно. Запомни это, дух. А пока забирай сердца из покоя в закрытых сестер. Там я расскажу тебе, что делать дальше. Я понял. Я все понял. О, еще тут крысы. Смотрите, крысы. Что за крысы? А, тут еще наспаунилось куча всего. Блин, ребят, я в раю. Столько цвета. Только я буду так счастлив. А, наконец-то цветовое голодание закончится. Еще вон эти мелкие штуки бегают. Ладно, может что-то потом будем ловить. Золото. Теперь сестра может будет кормить за полцены. Наконец-то мы набрали сотку золота. Серебро. Я так и не понял, для чего оно нужно. И это печально. Что такое мыши? Это вообще враги или это тоже такие мелкие эти? Я первый раз вижу мышей. Больше янтаря. Это уже вниз проход. Вниз мы еще вернемся.
Один. Ой, ну не выйдет, так что нельзя заподнять. Можно. Ага, по поймать. Так, куртку. Опа. Янтарь. Янтарь тоже хлеб. Сколько мы собрали? 3 дерева, да? 4. А серебро это янтарь. Так, 3 дерева. Посмотрим, что это за крысик там бегает. Крыска, крыска, крыска. Крыска на русском. Я принесу. Я так понимаю, это то же самое, да? Что идти? Нет? Да, чё? Ну-ка, посмотрим. Приман. Да. Смотрите. Чайник какой-то, не крыса, да. Не жаль. Ещё. Халява, халява. 86. Блин. Каждый серф нам, кстати, дает 10 компасти, то есть 10 емкостей нашей общей маны. Что каждый серф это круто в любом случае, кроме того, что она нам, ну, быстрее можем переваривать оттуда туда маны. Из инфы в нерву. Вроде все, вроде тут все, жить будем. Внизу еще столько всего вкусно. Один. А, вот это, а, дерево сейчас с того раза осталось. Так, зелень. Так, так, зелень. Сюда зелень. Фиолет. 95. Сирени, блин, тоже скоро будет полно. Пока надо куда-то раскидать зелень все найти. Сюда пихнем зелень, сюда пихнем зелень. Да, давай много мелких запихаем, потому что нам, у нас мало ее тута. Поэтому надо сердца запихивать. Золото 90. Ну, по-моему, одно еще дерево не было. Так запихаем. Ну, пока так. Потом еще посмотрим. Просто круто все. Все просто шикарно. Привет, Мултар. Видишь, сколько цвета. Мы тут так бомжевали. А теперь просто купаемся в нем. Какой шикарный сад. А, я просто в восторге. Мелкую шестерку надо поймать. Давайте. Беги сюда, куда? Нет. Он не увидел нашу приманку. Где-то за ним идти теперь. Да. Дай ушла. Тупик. А я не. Еще серебро. 86 серебра. Так. Еще два дерева. Дала. Вон сердце спрятанное. Я вижу сердце спрятанное. Давайте. Физика игры. Дайте мне сердце. Истерика. Этот знак заряжает светом воздух, образуя вокруг создателя обжигающий обруч, и затем расширяет его вовне, сжигая окружающее пространство. Чего? Эта огненная буря не обжигает самого создателя. Чем больше цвета вложено в знак, тем дальше идет горящее кольцо, и тем больше ущерб оно наносит. Продемонстрируйте. Пока что я не очень понял по описанию, что это такое. Так, резко. Да, допустим. Хлобысть! Фига себе!
Прикольно. А, ну это, в общем, массуха. То есть я понял, это массовое заклятие, которое массу убьет. Так, еще два дерева. Так, теперь 210 у нас можно набрать максимум, я правильно понял? Да, теперь 210 максимум набирать можно и туда, и туда. Так, зелень. Так, тут 25, тут 25, тут 25, тут полтинник. А, ну, у меня еще одно новое теперь сердце. Вот еще сердце на полтинник. Давайте туда еще закачаем. Все равно не хватит, да? А, у нас же места не хватает. Еще давай 25, вот еще сердце на 25. Ага. И что у нас? Еще 86. А? Хватит. Так, там, надеюсь, не выход еще. Тупик. Дайте тупик, да, тупик. Да, тупик. А, ну, в общем, все, сейчас поймаем еще мелкую, мелких этих чуваков, которые питают цветом. И все. И все шикарно. Блин, сколько цвета. Да, вот он идет. Ай-яй-яй, стой, 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 не пугайся меня, не пугайся. Я хороший. Срочно рисую, срочно. А, успел, успел, успел. Давай. Отлично. Еще 19 зелени. Еще не осталось. Он еще не уходил. А он что, в другую сторону же поплыл? А-а-а! Я думал, он ко мне тут пойдет, а он... А он гадом оказался. Стой, стой, стой. Успел? Ага. Не бойся смерти. Красненький. Ну, красненький. Очень полезный. Нет. Еще тут ловушка в этом саду есть. Это вообще круто. Даже если он сюда попадет из этих, он получит по щам и все, он бежит. Это, считай, ну, первый урожай, конечно, самый крупный, но еще будут урожаи. Пускай в два раза меньше, но тоже прилично. Ну, кстати, еще одно дерево засадить чем-нибудь. Мне нечего засадить. Сирень мне вроде пока не нужна. У нас там еще шахта, сиреневый, красный. Так, ну вроде все мы собрали. Если я ничего не ошибаюсь, вроде больше мышей нету. А вон еще чуть-чуть, еще одна я. Так, мышей нету. Ну, там на ловушку проверим, работает, нет. Да, видите, ловушка работает. Лучше активируем. Так, соберем последний синий. Еще 10 цветов. Ну что, давайте теперь считать, наслаждаться. Ловушка на всегда заряжается? Нет, ловушка заряжается на один раз. То есть, все, я зарядил ее, пока ее, на нее брат не нарвется, она будет работать вечно. А как только он на нее нарывается, соответственно, она ему наносит определенные дома. В зависимости от того, ну, скажем, есть ловушка на 40 мана, есть на 75. Она наносит сколько-то урона, я не знаю, сколько, ну, и насколько она разряжается. Ну, почти полностью она разряжается, там, ну, остается там немножко в ней. Все, она уже не активна, ее надо заново заряжать до полного. Так, ну, давайте прикинем, что у нас есть. Смотрите, направо у нас все почти полное. Еще сердца почти все полные. Так, сиренью дополняем полный. Пусть он будет так. Янтарен дополняем до полной. 120 останется. Так, зеленью дополнили до полной. Синькой. А вот синьки, кстати, мало. Давайте синьку побережем пока. Нам вроде она не нужна нигде. Да, синьку. А хотя нет, надо, наверное,
Да, надо, наверное, сделать синенькую все-таки. Потому что, чтобы потом можно было как раз дерево посадить синее, наверное, еще одно. Это что у нас? Это у нас серебро. Добьем серебро. Золото 159 получилось. Красное. Пурпура, да, добьем пурпуром. Добьем сюда пурпура. Серебро, зелень, зелень, зелень. Шикарно. Блин, пурпур еще у нас. На самом деле еще пурпур куда-то надо будет девать. Потому что у нас слишком много его. Ну ладно, пурпур мы куда-нибудь денем. Еще сирени, сейчас куча может быть зарядиться. Все. Ну, давайте еще сейчас. Вот, я думаю, уже там надо потихоньку заканчивать. Давайте еще зайдем в шахту. Еще там наберем, чтобы вообще просто офигеть количество цвета. Часы вонемся. Ну, хотя что-то сохранят, а что нет, не будем сохранять, почему сохранят. Чем идти, конечно, сохранят. Так, давайте на пурпуре проползем сюда. Тиран. Тиран, что тиран, что скажешь? А, к сестре можно зайти. А что толку не заходить? Сначала сюда зайдем, потом к сестре. Так. Има. Има, эх. Он вот сейчас, кстати, тиран, если он пойдет туда, он сейчас огребет. Бедствием или преступником, не умея сажать и выращивать, не зная, ради чего вообще выращивают и сажают, ты, обезьяна, хватаешь бесценные санкции и вкатываешь их в песок, сеешь невосполнимые, пойми ты это, семена в промороженной почве. В общем, говорят, что я что-то не так делаю. Так, забираем. Забираем фиолетку. Даже это, сколько мы набрали, все равно фиолетку. А, можно, да, да, можем ее дополнить. Так. Забрать. О, синь, прикольно. Еще одна шахта открылась, зеленая. Враги! Враги, ребят! Что за враги? Еще враги! Летучие мыши. Так. А, ну у нас сколько у нас ярости? У нас ярости мало. Ну, врагов мы тут убьем всех. Ты что за наглость такая? Так. Куда бы, дайте по где-то полтиннику, вот, что ли, раскидаем. Так, ярость, набираем полную ярость. Как раз у нас янтаря пурпур будет слишком много, поэтому пурпуром будем бить. 100% ярости. И давайте пурпур сейчас зарешает. Хотя можно и сиренью бить. Не знаю, чем выгоднее. И давайте попробуем сиренью. Сиренью. Ну и сирень что-то как-то слабо бьет. 15 маны нужно сиренью. Так, а давайте попробуем теперь. Я все собрал. Теперь давайте попробуем ударить пурпуром. Давай, лети, птичка, ко мне. Пурпуром. 10 сначала ман потратим. Нет. Еще 5. Нет. Еще 5. Ну, что-то я не заметил с тобой разницы. Так, вроде больше нет мышей. Открываем. Открываем. Ну, через пурпур пускай откроем. Я забыл, как рисовать. Вот так, да? Да. И давайте еще открываем шахту. Так, красный еще одна шахта.
открыть. Нет, наверное, красный пока не будем открывать, потому что так красного полно. Какая-то заначка наша будет. Хотя у нас... Да, у нас красного полно. Пока не будем открывать. Я цвет твоей силы. Янтарь. Еще янтарь. Фиолетка закончилась, да? Больше не лезет. Давайте тут прикинем. Никуда мы ее не будем, не можем больше тянуть. А, ну тут они чуть-чуть. А, тут две можно притянуть. Что-то можем выкинуть. Так, зелень мы не можем выкинуть. Зелень нам еще понадобится. Зелень мы оставляем. Серебро давайте пока выкинем. В сирень сюда запихаем. Так, полтинник. Лазурь. Лазурь нам тоже пока не нужна. Тоже сирень запихаем. Так, 50. Янтарь. Янтарь нам бы по-хорошему, конечно, было бы неплохо. Можно. Даже не знаю. Сирень у нас все равно полно, так что нет. Что не возьмем, оно просто исчезнет, так что не будем выеживаться. Или... Сколько возьмется, столько и возьмется. 126, так, копится, видите, копится. Так что не будем брать излишков. Что не возьмется, то не возьмется. 2 по 50 у нас. Да, в общем, давайте, что возьмет, то возьмет. Все возьмется, все взялось вообще. Все. Вроде больше жил никаких нету. По крайней мере, что-то не вижу. Еще тут какого-то добра дофига. Вниз спуск есть. Еще красный цвет лежит. Так, ну вроде шахт больше нет. Птичка, конечно, это жестоко на меня напала. А как я спускался так аккуратно? А вот через этот проход. Нет ли еще каких-нибудь шахт? В общем, нам надо идти срочно кормить и идти к боссу. Потому что у нас так много всего, что надо срочно тратить. А она что тратит? Только на босса. Босс... Ну, сейчас покормим. Я надеюсь, что там будет выход к боссу. На самом деле, потому что босс это хорошо. Зеленку, выбираем зеленку. Они... А, тут зелень-то закончилась, между прочим. В общем, шахта как-то быстро вообще закончилась. Странно даже. Те шахты, которые мне не нужны, они еще там были офигенно долго. А это прям... А вот еще, кстати, фиолетовая одна шахта. Это тоже мы нашли прикосновенный запас. На следующий раз вот тогда почнем. А, ну что, прикидываем, что у нас имеется. Зелень мы сейчас всю вкинем в эту. В девчонку, в сестру. Красную сюда, фиолетовую сюда, сюда. Все хорошо. А, ну давайте, наверное... Да и все так шикарно. Смотрите, тут справа все полное. Если, ну, слева, там слева, конечно, не все, но тоже так неплохо. И все сердца еще забиты. А у нас уже 12 сердец. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сердец. В общем, идем к сестре. Кормим сестру. И, наверное, на этом заканчиваем. Ну, смотрим, какие проходы она открыла. И будем заканчивать, наверное, вот так вот. Я подумал. Тиран пожар от младшего. Да. Пожар от младшего, это, конечно. Это тиран? Ну, вообще, да, по голосу похож. Ну, тиран, он самый сильный. Ну,
по идее. По крайней мере, он так говорит. Ну или самый этот, как называется, себя хвалит. Потому что он тогда так выявил, я, говорит, самый крутой из братьев, самый сильный. Так, ну на чем поплывем? На пурпуре, наверное. Или на сирене. Давайте на пурпуре поплывем. Докармливаем ему. На этом будем сейвиться. Давайте появимся только внизу. Там я как-то чудо появляется. Тебе кажется, что ты созидаешь, вкладывая нерву в мир? Но это иллюзия. Подлинное это Ев мне говорит, чувак, который клетка, да? Смертного. Я узнаю его по голосу. Ты подобен неразумному ребенку, который воровато прокравшись в кладовку отца, тратит драгоценную краску на жалкую мазню. Ну они говорят тоже, что я зря трачу, но я ж в плюс трачу, получается. Допустим, я вкладываю там 50, а мне дерево дает 100-150. Получается, я ж правильно, значит, делаю? Я ж в плюс играю. Или нет? Или как бы просто в дереве было скрытое сколько-то, 150. Я как бы достал те 150, а 50 я израсходовал. Вот тоже непонятно. Логика. То есть в плюс я играю или нет? Тем, что я сажаю. Если по логике деревьев, то я в плюс играю. Я же посадил дерево, значит... А, что-то золото надо. Надо как-то золото собрать. Изумруда 158. А, блин, еще 100 золота-то не так будет сложно. Так, сейчас не так просто в сердца вложить. Так, ну 25 я освободил, допустим. Так, что у нас? Ну, сюда можно перелить. 50 я освободил. Тут у нас что? А, ну вот еще отсюда можно освободить. Еще одно сердце надо освободить, а вот отсюда можно освободить. Так, окей. Доверие 100, да? Доверие 100, да? Все, отлично. Ну что, кормим ее? Кормим? То она голодная, бедная. Блин, а ее же надо покормить серьезно, на 400. А че ей нужен синий? Блин, синего цвета у меня нету. Только зеленый, а зеленого не хватит ей столько. Как ни странно. То есть мне надо где-то еще походить чуть-чуть. На этот цикл я, конечно, уже открою. Блин, а мне хотелось бы уже в этот... Конечно, сейчас бы, если бы я пробил, было бы хорошо. Тогда можно было бы уже пойти биться, допустим. А так... Так я ее... Ну, я где-то сколько? Ну, чуть-чуть мне не хватит, по идее. Если... Ну, вообще не знаю, может, и не чуть-чуть. Сейчас прикинем. Сколько я ей налил? 142. А сколько я на нее потратил? А потратил я на нее 116. То есть, на самом деле, не намного, да, коэффициент идет лучше. С золотом. А то ли это просто уже... Привет, в чем смысл? Привет, Адам. В чем смысл игры? Блин. Ну как бы тебе в двух словах объяснить? Хорошо вот играть в шутеры, убить всех, или в стратегии, убить всех. Смысл игры, как бы... Не совсем понятен, ну как бы он... Ты попал в какое-то место, названное промежутком. Видишь, что такие вот есть сестры. Вот, и как бы тебе есть смысл... В общем, мы так поняли, что можно либо, чтобы попасть из оттуда в обычный мир, можно либо самому прорваться, либо одну из сестер своих освободить, либо стать братом. Ну, братья — это такие монстры, можно сказать.
Вот. Вот сейчас мы кормим сестру. Если мы ее накормим, что не откроется сердце светом, наверное, звучит как бред сумасшедшего. Вот, то она откроет нам путь дальше. То есть она откроет нам дополнительные локации. Поэтому мы сейчас ее кормим светом. Вот так видим мы. А вот эти вот точки у нас — это сердца. Доверие 100. Вот, то есть сейчас вот мы кормим ее светом. Кормим ее зеленым цветом, изумрудом. Потому что ей нравится изумруд. И как только мы ее полностью накормим до такого... Чтобы ее накормить, мы рисуем вот такой значок. И кормим. Вот ей нравится, что мы ее кормим. Когда мы ее накормим до того, что откроется у нее второе сердце, тогда она откроет нам проход в новую локацию, как я уже говорил. Но проблема в том, что нам сейчас не хватит этого изумруда. То есть мы ее накормим где-то, ну, чуть больше половины. И нам надо будет отсюда уходить. Да, докармливаем мы ее до этого. И на самом деле это не очень хорошо, потому что у нас сейчас будет переизбыток света. У нас тут, ну, просто у нас так, ну, как бы у нас все очень хорошо. Мы наконец набрали кучу света, но нам теперь надо тратить. А вот куда тратить, пока не очень понятно. Потому что зеленого цвета у нас много, а вот остального цвета у нас... Даже наоборот, зеленого мало, а остального цвета много. Так, теперь мы сливаем все золото обратно. Сливаем все золото. Давайте одно оставим, одно золотое сердце оставим, чтобы оно потихоньку переваривало. Все остальное заполняем зеленью. Ну, опять, чтобы быстрее зелень переварилась, быстрее мы ее накормим. Быстрее пройдем к Оле. Так. Слушайте, а мы же ее напоим еще, не, она нам особо ничего не даст. Она нам даст только проход к... Чему она нам даст проход? Она нам придаст проход к Оле, а потом еще придется Олю кормить. Еще придется Олю кормить. Блин. Привет, спасибо, как всегда, пека и плюс. Не убивай братья, из-за них скорпион появится. Скорпионы и так появились, Адам, не поверишь. Скорпионы и так появились, я не убивал братьев, а скорпионы появились. Я когда первый раз увидел, у меня этот скорпион, блин, меня истерику вызвал. А ну какой-то слишком жесткий этот скорпион. А, это что такое? Это что за фигня? Откуда тут мыши появились? В сестринских локациях мыши. Ну что за фигня? Так, сейвимся. Сейвимся. Так, давайте. Ну и... Так, кстати, посмотрим. Давайте посмотрим управление. Вот что я хочу посмотреть. Как-то можно... Я смотрел, скорость игры до нуля прокручивать. Вот ноль. Просто хода времени на карте. Ноль. Я ноль нажимаю. Опа. Фика. Ноль. Фика. Один. О, вот. Замедлить время на единичку. Да ладно. Во, вот это мне больше нравится. Так, ну смотрим, в общем, прикидываем, что делать. Вот мне нужно сюда, Оля. Блин, и Оле нужно фиолет и золото. Ну нет у меня... А, это не фиолет, это пурпур. Этого пурпура у меня вообще, наоборот, завались сколько. То есть мне надо к Оле пробиться. К Оле. А тут уже Ире. Ира. Юна. Да, вот сюда мне нужно, значит, прорываться 100%. Так, шахта, тут красный. К Ире, может быть, вот к этой, к Эйли сходить. У нее тоже красного цвета у меня полно. Можно, в принципе, сбросить сейчас красный цвет весь, чтобы был куда сбрасывать. Тут у нас пусто, тут пусто, тут пусто, тут пусто. Тут я, блин, не знаю, вот где это серебро находится. Тут, видно, где-то есть шахта с серебром, но я ее почему-то не нашел. Тут пофигу мне. А вот видите, вот он зашел, тиран. Где он, тиран? Получил по этим, по мордасам, и уходит. Потому что ловушка моя сработала. Правда, сад был пустой. А вот в заповеднике, в ящере, вот дофига ресов теперь. А это, наверное, не дофига ресов, это просто ящер респаунился, да? Это ящер просто респаунился, и все. То есть, не, сюда не пойду. Ну, давайте, значит, чуть-чуть просто слазим, напоследок посмотрим, есть тут ящер. В общем, смысл такой. Наши дальнейшие игры, мы сейчас будем играть. Идем сначала вот к Элли, кормим Элли, сливаем весь красный цвет,
Потом возвращаемся, докармливаем Имму, идем, кормим Олли. И, короче, потом возвращаемся тут. И где-то тут должно мне открыться проход к... Я надеюсь, что вот тут вот будет враг. Я не помню, где он находится на самом деле. Скорее всего, там чайники с серебром бегают, мой повелитель. Чайники с серебром. Ну, так. Так, сейчас. А ты прошел свой тургор до конца? Ну, а оригинальный тургор я прошел. Брин, да. Не знаю, Брин там прошел, нет. Брин не прошел, да? Свет закончился. Так, наверное, где-то под землей, скорее сон или ком, а может уже смерть. Ну, что же это такое, мы так и не знаем. Как бы, я думаю, даже авторы не знают, что это такое. То есть каждый своего. А мой повелитель говорит, что, скорее всего, там чайники с серебром бегают. Ну, скорпионов от чайников с серебром, я, наверное, все-таки отличие. А, в смысле, тут, в этой локации. Ну, сейчас посмотрим, просто пробежимся так. Ну, просто для теста. Я, конечно же, не буду играть. Просто, ой-ой-ой, что-то скорость. Не понял. А на единичке скорость вообще минимальная. А, на нуле обычная скорость. Все понял. Ну, давайте просто там прям да, с этим. Этим по максимуму будем вкладываться. С какой скоростью будем бежать. Я не там нахожусь. Допустим, 30, если я вложу, сколько какой скоростью он полетит. Ну быстро. Что-то не так уж прям, чтобы вообще вау. Нет, нам сразу можно, допустим, вот так тогда поехать. А, да, я могу сразу начертить весь путь. Кстати. А птичка. Ну давайте, просто хочу посмотреть. Это просто ящер респаунился, я так понимаю. Это просто... Просто респаунился ящер. Ну давайте, увидим. Нет, это ты не ящик. Ты верно спрашиваешь себя, какой смысл в лимфе, если ее нельзя тратить? Глупец, ты все измеряешь собой. Это только сложнее, чем оригинал. Я намного, вообще намного. Вы своей выгоды. Так рассуждает не праведник, но еретик, не имеющий сил поверить, да, точно. Вот видите, что он слишком мал. Чтобы его желания да. имели какую-то цель. А, смотрите, они еще закапывают чайник. Прикольно. Ну тут просто, да, это не змей ожил, кстати. Значит, ну сюда тоже, наверное, будет потом надо бежать. Прикольно. Их тоже заманивают там, да, я так понимаю? Просто. Вернее, я уже... А нет, вот эти, кстати, в оригинале есть. Я так что-то подумал, что таких в оригинале нет. А сейчас я вспомнил, есть чайник в оригинале. Да, это вообще тут дофига нареспаунилось. То есть, в общем, цвета вообще завались. Просто завались цвета. Они еще летают. Что-то они тут не подходят к моей добытой. К моей приманке. На всякий случай посмотрим. А, тут не так легко их ловить, кстати. Потому что тут покатые берега. И все падает вниз. Опа. А где им приманку-то оставлять? А, вот так оставить приманку. Давайте, раскапывайтесь. О, смотрите, толпа. Да, и вот на них можно брать. 33, 27, 31. Офигеть. В общем, все шикарно, вообще шикарно. Тут куча всякого добра. А эти просто убиваются, наверное, по КД вот так вот. Блин, я с этим долго не изменил. Ну нет, 20 маны где-то там, в общем, на каждого. Ну что, давайте на сегодня, наверное, заканчивать. Потому что надо ужинать. Надо, не знаю, душ может принять. Поужинать. Блин, мне, конечно, хочется еще поиграть, но не знаю. Если прям уж прям будет такое желание очень жесткое, то может часик через два еще поиграю, но я думаю вряд ли. Скорее завтра. Так что на сегодня давайте прощаться. Кстати, вот это вот не сердце, вот подозрительно мне так вот тут лежало в прошлый раз. Вот там вот вдали, это не сердце разве? Магнит. Нет. Магнит! Этот знак создает воздушного голема, да как так? Камни.
Голем. Это все-таки сердце. А у меня, по-моему, есть такое сердце, а может и нет. Сейчас посмотрим. У меня 210 было маны, да? Блин, у меня нет, не было магнита. Ооо, вот это я слоупок. Ага! Ну сюда еще вернусь, ладно, в принципе. Даже, наверное, сразу сюда не пойду. Будем играть, потому что тут много всего лежит, а у меня просто места для хранилища не хватит. Это будет мой такой неприкосновенный запас. Сюда мы придем уже, наверное, сверху, когда пойдем через Олли и туда придем. Ну как, не знаю, в общем, не буду загадывать. Помню, бегал каждый капелька. 15, если точнее. Помню, бегал каждый капельку экономил. Ну, блин. Еще одно можно добыть с помощью магнита. А, в смысле, добрать. Но это не тут уже. Вот. Ну что. Ну тут как бы сложность, особенно до 15 цикла, когда вот я дошел до этого сада. У меня вообще там было, когда мне оставалось уже, вчера бил босс, когда мне остается 5 тактов, то есть уже нельзя цвет брать. Мне надо убить босса. Этого, вот этого, как, вот, который как раз в этой вот, вот локации, вот этого босса, как я убивал. И я его бью, и у меня просто цвета не хватает его убивать. И когда я его убил, мне цвета хватило, ну вот прям вот вровень, чтобы его убить. Вот. Прям вот, ну вот, все, больше не было цвета. То есть последний удар, который у меня есть на 30 маны, и у меня уже остается там по 5, по 7 маны всех цветов. И все, я последний удар делаю и убиваю его. И 5 циклов, и все, как бы, если бы, ну, циклов, а 5 тактов, и все, конец, мне надо выполнить задание до этого срока. Тут там у ящера либо магнит, либо гончий, ты гончий взял. А нет, и магнит, и гончий можно взять в Мерифле, оказывается, прикинь. Вот только что оказалось, что вот там вон, где я брал, а вот тут вот еще вторая, оказывается, есть. Вот тут вот. Вот тут, оказывается, все-таки лежало тут сердце. Я тогда его увидел, думаю, сердце не сердце, думаю, попробую. И что-то упал, и забыл про него. Оказывается, вот тут лежит магнит. И, наверное, наоборот, если там лежит магнит, то тут лежит гончая. То есть тут сразу два сердца лежит затарены. Так что я забыл его взять. Ну ладно, все. Если вам понравилось, ставьте плюсы, подписывайтесь на каналы. Вот. Я надеюсь, что мне, по крайней мере, точно сегодняшний стрим понравился, потому что вы посмотрите, вот это вот, вот вы видите, вот сколько справа всего. Все по полной, все полное. Круто, круто. Лимфа, я прям себя чувствую братом, который запасает кучу лимфа и не тратит ее в нервы. Ну а на сегодня все. Спасибо еще раз, что были с нами. Увидимся. Или сегодня ночью, но сегодня ночью вряд ли. Или завтра. До новых встреч. Пока.